Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что до 20 сентября продолжается сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре, на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются по адресу улица Некрасовская, 63, третий этаж, кабинет 19, телефон для справок указан на экране. Администрация промышленного района в телеграм-канале сообщает, что молодые предприниматели могут получить грант в 2023 году на развитие бизнеса на сумму до 500 тысяч рублей. Министерство экономического развития и инвестиций региона анонсировало дополнительный набор в популярную программу «Ты предприниматель». Это отличный шанс безвозмездно получить финансовые средства на необходимые расходы для развития бизнеса. В программе могут принять участие действующие предприниматели в возрасте до 25 лет. Предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат грант, который смогут реализовать до 1 декабря 2024 года. Администрация Самарского района приглашает любителей спорта принять участие в турнире по быстрым шахматам, который будет посвящен Дню города. Соревнование состоится 6 сентября в 10 утра в сквере имени Владимира Высоцкого. К участию бесплатно допускаются все желающие шахматисты. Суммарное количество участников – 30 человек. В соревновании можно выполнить спортивный разряд. С дополнительной информацией о регламенте, призах и других вопросах, связанных с проведением турнира, вы можете ознакомиться в телеграм-канале администрации Самарского района.